Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І наразі ми поговоримо про дуже важливу таку тему, такий прецедент. Хочуть депортувати. Дніпровський волонтер відстоює право на український паспорт вже 8 років. Сьогодні в наших гостях Максим Гошовський, дніпровський волонтер. Ми всі його добре знаємо, і в цій студії ми з Максимом спілкувалися вже багато разів. Це відомий у Дніпрі зоозахисник, волонтер, активіст. Ну, можливо, ви якщо бачили, наразі в Фейсбуці є цілий флешмоб «Гошовському українське громадянство». От дуже багато людей відгукнулося і в Києві, і у Дніпрі. Однак досі пан Максим не може отримати український паспорт. Власне, вашу історію, пан Максим, наразі хочемо почути детальніше. Ну, во-первых, доброго дня. Во-вторых, в Україні живу вже 16 років. А после 2014 года, понятное дело, что я не мог уже больше ходить с двуглавой курицей у себя в кармане. Я решил получить украинское гражданство, потому что у меня мама из Украины, бабушка украинка, все мои предки из Украины. Я не выбирал, к сожалению, где мне родиться. Да? Меня родила мама в Западной Сибири, не по моему выбору, так сказать. Когда мне стукнуло 18 лет, я сразу же переехал в Украину и здесь жил все эти годы. Вот. Но у нас есть чудное законодательство, по которому ты, если даже получаешь гражданство Украины, ты получаешь его временный. Ты получаешь его только на 2 года. Тебе надо отказаться от предыдущего гражданства. У нас в стране уже война идет 8 лет, и фактически для того, чтобы отказаться от гражданства, мне надо поехать в Россию и сесть там в тюрьму. Потому что любой человек, который поддерживает Украину, который занимался волонтерством, да, там в зоне АТО, допустим, да, когда там, после 2014 года. Плюс медийная особа. Да, то есть тебя там по-любому задержат, ты в любом случае будешь арестованный, посаженный в тюрьму и, скорее всего, оттуда уже не выберешься. В моей ситуации я обязан был поехать именно в Россию для того, чтобы отказаться от гражданства, потому что я был прописан в Западной Сибири по правилам именно того региона, потому что федеративное государство, выписаться из квартиры в никуда было невозможно. Тебя только лишь могут выписать куда-то, во-первых. Во-вторых, квартира была не приватизирована, то есть надо было ее приватизировать, хоть я там и не живу уже много лет, но у меня там живет мама, она за нее платит. Вот и получается проблема такая, что для того, чтобы лишиться гражданства, тебе надо выписаться из квартиры, или надо поехать в Россию. Сесть там в тюрьму от 8 до 15 лет за наемничество, потому что любой человек, который здесь воевал, либо волонтерствовал на стороне ЗСУ, является там наемником. Ты же не можешь это делать сам по своему желанию. Вот. И случилось то, что я попытался получить гражданство. И у нас очень проблематично вообще само по себе получение украинского гражданства. Его здесь получить практически невозможно. Какая у нас процедура? Процедура довольно-таки на самом деле простая по факту, по словам. Но по действиям она очень сложна, потому что у нас уже 8 лет идет, например, война с Россией, и тебе надо документы взять из России. Основные, то есть это, например, справка о несудимости в России, да, либо же выписка с квартиры. Вот. По факту ты просто собираешь перечень документов, приносишь их в миграционку, и они должны их принимать. Но последние годы, даже если ты принес документы, они все в нормальном состоянии, и ты просто-напросто их подал, у тебя даже все равно их не подписывают. У тебя проходит год, полтора, два, а у тебя нет все равно подписи президента. Потому что у нас гражданство выдает у нас президент, кстати, он подписывает эти документы. Вот, и последние годы он просто не подписывал. То есть у нас есть такая вещь, что ты получаешь гражданство по квоте, либо бесквотовые. У нас, оказывается, да, есть квоты в стране на получение гражданства. Квоты выделяются каждое в начале года определенное количество. Например, у нас там может стать гражданином Украины там 1000 человек. То есть это ежегодно происходит. И, например, люди, которые там, вернулись в Украину, да, бывшие граждане Украины. Если ты, например, там женился, это бесквотовое на украинке. Да? Вот. Но сейчас, опять же, даже с этой женитьбой тоже есть очень большие проблемы. Потому что если ты женился на украинке, твои документы как иностранцы все равно передаются в погранцам, подается в миграционную службу для проверки, на каком основании ты находишься на территории Украины. И даже если ты обращаешься в шлюп за дубу, ты все равно, проверка вся эта идет там порядка 10 дней, может и затянуться все дольше и дольше. Сейчас из-за полномасштабной войны, которая началась, у россиян, у белорусов вообще перестали принимать документы. С 27 февраля официальное министерство заявило о том, что от россиян и от белорусов они не принимают документы и не берут документы. И это основная
проблемы, потому что по факту даже сейчас, когда я обращаюсь в миграционную службу, я им говорю о том, что вот я такой-то, такой-то, у меня есть такие-то документы, я волонтер, там, прочее, прочее. И они говорят, что по факту Максим Юрьевич не подавал нам документы. И ты ему задаешь ответный вопрос, а как я могу его подавать, когда вы их не принимаете? Вот сейчас многие волонтеры, иностранцы, столкнулись именно с этим, потому что по факту на территории Украины они имеют право находиться 90 дней. У нас война уже идет, к сожалению, больше 100 дней. И многие волонтеры, им пришлось выехать из страны, и сейчас они не могут сюда заехать еще 90 дней. И вот и получается ситуация такая, что наше государство само, регулируя подобными вот вещами, лишается волонтерской помощи иностранцев. Скажіть, ну а як же все ж заслуги перед державою? Вони вас є, всі про це знають. Вот здесь это отдельная история, потому что у меня есть много документов, связанных там с волонтерскими организациями, да, которые подтверждают, что я патриотически настроенный человек, что я веду там уроки в школах, да, по воспитанию детей, рассказываю про Майдан, про АТО, прочие все эти вещи. Так же самое от волонтерской организации есть документы, подтверждающие, что я там повозил тела погибших, да, из Иловайска в 2014 году. Но миграционная служба это не воспринимает как документы. Они требуют, чтобы я предоставил документ официальный от какого бы то ни было министерства. То бишь, например, Министерство внутренних дел, либо от МИДа Украины, либо еще от какого-то другого министерства, в котором было бы сказано о том, что вот Максим Юрьевич действительно был волонтером в 2014 году. Где волонтерство и где официальные какие бы то ни было документы. Тем более тогда, в 2014 году, когда мы просто все делали и помогали, потому что иначе не могли. Ну, и не думали про какие-то документы, конечно, або посвідчення. Вот и получается сейчас работали. Такое, что миграционная служба открыто отвечает, что это не является доказательством. Доказательством является только подача от министерства. Почему, например, тот же самый Невзоров сейчас может получить гражданство Украины? Потому что министерство МВД подало на него запрос. Тобто це такий глухий кут виходить? По факту, да. У нас сейчас очень большие с этим проблемы, потому что сейчас на данный момент в Украине находится 170 тысяч россиян, у которых есть вид на жительство, там, постоянный, либо временный, либо какие бы то ни было, еще документы с этим связаны. И им всем сейчас надо их продлевать. А в миграционной службе их просто не принимают. Ты просто приходишь в миграционку с документами и говоришь, вот, у меня там закончился вид на жительство, мне надо его продлить. И они просто говорят, нет, с 27 февраля мы не принимаем у вас больше документов. Мы ждем. Ждем, пока не закончится война. И так же самое. Военный стан. Да, да. Ссылаются именно на это, но по факту, вот если у тебя просрочился, например, вид на жительство, либо время пребывания на территории Украины, вот как в моей ситуации, тебе ставят штамп в паспорт о том, что ты обязан выехать из страны. Угу. Вот я сейчас, получается, обязан выехать из страны на 94 дня. Які є ще варіанти? То що зараз будете робити? По факту я подал в суд на міграційну службу, іменно по причині того, щоб оспорити сам штамп, який мені поставили в паспорт, да, о том, що я обязан виїхати з країни, по причині іменно того, що просто ти фізично не можеш подати документи в саму міграційну службу. И с 27 числа все документы, по идее, пролонгируются, как и все сроки, потому что у нас война в стране. Ты не можешь физически собрать нужные документы для того, чтобы получить какие бы то ни было здесь документы. То же самое вид на жительство, либо гражданство. Ты не можешь просто их подать. Из-за этого вот будем судиться. 29 числа будет суд в Полтаве у меня. Вот посмотрим, чем это все закончится. Во-вторых, типа, если все-таки законы у нас изменятся, то, может быть, что-то и получится. Потому что, по факту, сейчас очень многие народные депутаты заинтересованы в том, чтобы попытаться помочь подобным людям, как в моей ситуации, да, потому что мне ежедневно приходят сообщения от многих, как белорусов, так и россиян, так и от людей из других стран, именно по поводу того, что сейчас вот эта проблема, она стала очень огромной, потому что все начали ставить штампы, и все должны выезжать отсюда. И у нас, к сожалению, в стране получается так, что тебе гораздо проще получить гражданство любой другой страны, нежели украинское гражданство. Хотя ты здесь, например, живешь, волонтеришь, что-то делаешь, но все равно. Мне, например, так же самое миграционная служба в открытую говорит, тебе проще поехать там, в Израиль, получить израильское гражданство, вернуться сюда уже гражданином другой страны. Бюрократія.
И никакой такой лазейки немає. Вот, к сожалению, на данный момент только суд. Сама миграционная служба отвечает, что мы только сможем принять у вас документы, если это нам скажет сделать суд. Но у нас есть проблема в том, что у нас суды не пишут законы, у нас суды их исполняют. Поэтому по факту, даже вот, ну, в моей ситуации, да, я предполагаю, что будет следующим образом. Я приду в суд, буду объяснять всю свою ситуацию, потому что вот я здесь столько лет живу, что я там такой-то, такой-то, такой-то. Они такие мне в ответ, мол, ну 90 дней уже прошло, ты ж не выехал из страны. Ну все. Ну все ж, мы дуже сподіваємося на те, що у нас... суд буде справедливий, в це хочеться вірити, ми будемо всі спостерігати за цим, а не можна, да, суд закрити під час воєнного стану, мабуть. Навіть журналісти туди не запросять. Не знаю, я буду в будь-якому випадку робити клопотання по поводу того, щоб я удалено участвував в суді, да, то бишь, где-то в каком-то нашем местном здесь суде, комнатку з відео, камерой для того, чтобы с судом общаться в Полтаву. Потому что в Полтаву мне сейчас опять же ехать весьма проблематично с паспортом Российской Федерации, в котором стоит штамп, потому что я должен был выехать из страны. Ну, водночас мы бачимо в социальных мережах, что пишут, что інші публічні особи отримують українське громадянство. Ну, давайте скажем все прямо, тот же самый Невзоров, он пока что еще не получил гражданство Украины, он только подал документы. Но мне очень будет интересно посмотреть, когда ему все-таки подпишут получение гражданства. Я очень надеюсь, что журналисты два письма отправят с проверкой о том, что он предоставил документ о выходе из российского гражданства, именно документ. Uh-huh. И второй документ о том, что он вышел из американского гражданства, потому что у него тоже оно есть. Потому что у нас по факту ты должен предоставить документы о том, что ты вышел из предыдущих гражданств. Бо у нас має бути тільки одне громадянство. Так, вот поэтому я очень сильно надеюсь на то, что журналисты потом это смогут поднять, посмотреть. Иначе это будет не совсем законным образом, потому что одним людям можно получать гражданство в обход каких-то, например, да, как у нас была шутка по поводу того, что ты делал последние 8 лет. Я пытался получить гражданство Украины. Что он делал? Собирал YouTube-канал с 1 200 000 подписчиков. Чи будуть питання? Питання буде? У мене ще питання. Скажіть, будь ласка, можливо, вам відомо про інші такі прецеденти людей, які також, ну, беззаперечно патріотичні, роблять добру справу, або ж навіть захищають наразі, да, Україну. На самом деле у нас очень много таких людей. Даже есть люди, которые там находятся официально в ЗСУ там, с 15-16 года и даже с 14-го и пытаются получить гражданство Украины. Но у нас это очень проблематично. Именно за счет того, что тебе надо постоянно бегать с документами, тебе надо их постоянно подавать. Плюс, конечно, даже если ты их подал, как я уже это и говорил, то президент их не подписывает. Либо миграционная служба не передает их дальше. И вот примеров таких уйма. Мне ежедневно пишут люди по поводу того, что, мол, а как вы выходите из этой ситуации? А что вы собираетесь дальше делать? А вот как вы сделали вот в этой ситуации? Потому что я за 8 лет уже получил столько опыта в получении гражданства, я могу ответить уже на любые вопросы, что с ним связано. То юрист вам не потребен, адвокат вам не потребен. В миграционных вопросах сомневаюсь, потому что я знаю куда больше, чем многие. А что до судовой тяганины у вас? А вот поэтому, да, вот из-за того, что я подал в суд на миграционную службу, понятное дело, что у меня есть адвокатское бюро, которое занимается моим делом. Вот, потому что есть процессуальные всякие правила и законы, которые я не знаю особо. Вот, и поэтому они мне помогают именно в подаче документов и в оформлении так, чтобы это было все по правилам и по закону. Чи допомагає вам наразі для бойового духу боротися за український паспорт? Все ж підтримка в соціальних мережах, підтримка друзів? На самом деле, да, поддержка, она очень важна, потому что часто руки опускаются. Вот честно скажу, это регулярная, к сожалению, проблема, когда ты опять в очередной раз об стену долбишься головой, и ты пытаешься из этого выйти, вот поддержка людей очень сильно помогает. Даже вот последние дни регулярно кто-то добавляется в друзья, пишет сразу в личку о том, что, мол, вот я не знаю, чем тебе помочь, но... Вот словами поддержки хотя бы, это действительно очень трогает. Потому что, опять же, украинцы, они все-таки очень добрый народ. И мне это очень нравится. Потому что когда я в свое время переехал в Украину, для меня сама ментальность украинцев, она была гораздо ближе к сердцу, чем та, где я родился. Одна из причин, почему я здесь и остался в итоге. Ну, власне, на Дніпро можете сподіватися. Дніпро своїх людей захищає, особливо з такою репутацією, так волонтерів, які, ну, фактично ризикують собою, жертвують усім, чим є.
Я дуже дякую, що сьогодні прийшли до нас і розказали свою історію. Ми водночас також напишемо запит міграційній службі, аби вона надала свій коментар з приводу цієї ситуації, аби все було максимально об'єктивно. В наших гостях сьогодні був дніпровський волонтер, який 8 років бореться за українське громадянство. Максим Гошовський, дякую вам, що завітали. Телеканал «Відкритий», Анна Гребенчук, дякую, що нас дивилися.